Одессы, Кировограда, Севастополя. И приятного свидания, Крыма. Пришли порадовать Нептуна небольшим выступлением. Начнем мы с песни про наши города. Про наши города. Зрительный дом и болот, город чудным именем растет. Это наш Кировоград. В этом зимальный непростой, очень креативный и заводной. Это наш Кировоград. Лопаем все! Царя, когда-то начавшего свою жизнь вместе как приятное свидание в Крыму, а потом Киев, вольный город Киев, переехавший, царь, Киев, Севастополь, Москва, так что Посейдон, пожалуйста, подвиньтесь. Так что на ваш трон немножко попретендуем. Найдем место. Мы царь и великий князь. Возле Руси. Сия Руси, да. Готовы принять Посейдонское ваше царство. Наши незабываемые объятия. Если хорошо, выполняющим обязанности царя Посейдонского назначаем Симеона Бекбулатовича. Так что Посейдон, трон пока ваш, но царство уже не ваше. Так, дружина, собираемся. Казанское ханство уже взяли, Крымское присоединили, 230 лет, как уже все это наше. Посейдонское, да, Посейдонское нет вас. Выступили на нашу грешную землю, поэтому вот там море. А здесь наша земля. Дружина, где моя дружина? Дружина готова. Все мне ясно стало теперь. Помогаем. Сколько лет я спорю с судьбой, ради этой встречи с тобой. Разве где-то плыза моя, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вот это наш подарок вам. Так, нравилось? Спасибо. Марфа Васильевна, пожалуйста. Марфа Васильевна. Я в восхищении, как чайки, которые, как рыбаки, застывают на гребне волн. И просто нет слов от такого подарка. Красивого, хорошего. Не все, да, еще, пожалуйста. Пусть Марфа Васильевна присядет. Вы в роли, брали. А, прекрасная Марфа. К нам из Одессы доехал наш шах, султан, который мы тоже... Он просит слова, да? Повелевает? Ну, шах, извольте повелевать! Если б я был султан, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Неплохо!
Давай, до свидания! Вот такой у нас султан. Ой, какой замечательный султан. Султан, ты приехал к нам с миром? Да, да, с миром. Только есть один маленький вопрос. Ну, пожалуйста, присаживайтесь. Как мы будем трон поделить? Как это получается? Я не могу понять. Он приезжает раз в году, а я здесь целый год. И вот, и как это получается, что он один день приходит, и он начинает весь сейчас, сейчас. Как народ, как вы любите его? Докажите своим аплодисментом! Виктория! Россия, вперед! Трезубец, султан, не забывайте, потому что этот трезубец может всем напомнить, кто здесь Нептун на самом деле. И может напомнить смертным о их, об их обязанностях по отношению к царю морскому и об их уважении к этому трону, к этому трезубцу и к этой бороде. Мы повинуемся, повинуемся, повинуемся. Браво. Еще к нам доехал из Одессы чудесный богатырь Вадим. Здравствуйте. Жемчужина. У моря. Сейчас вы все поймете. Сейчас. Смотрите. О боже, какой Вадим! Я хочу от тебя снимка! Небольшая предыстория. В Евпатории в начале лета мы отдыхали чудесно. Вадим снимал чудесное видео. Видео мы не видели до сих пор. Хочу от тебя диска! Ты киска! Ты киска! Нептун, повелевай, чтобы диск когда? К какому сроку был диск? Чтобы в ближайшее время... На колени! На колени! Чтобы в ближайшее же время копии диска были и у меня в том числе. Повинуйся, повинуйся! Разрешите идти. И напоследок наш севастопольский богатырь, просто мега-мужчина. Обратите внимание, покрутите, пожалуйста, покажи себя публике. Обратите внимание. Вот, о нем песня. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где зубов колдунов чьи-то тени стоят. Косит Лёкин траву, рыть траву на поляне, и при этом набивает странные слова. А мне все равно, а мне все равно, самый я крутой, а не лимонян. Это правда, это правда. Пожалуйста, напоите его живой водой. Он вполне заслужил. Напоите его. Он у нас самый умный, самый мудрый, а теперь будет еще самый счастливый. Самый живой, да. Напоите, напоите. И до дна. Восточные танцы, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с собой. Восточные сказки, а может, расскажешь мне, какая такая восточная любовь? В общем, мы продолжаем веселиться вместе с вами. Вот такие наши города. Что могли, то рассказали, приезжайте в гости. Конечно, мы пошли к Киркорову. Конечно, да. Нептун, спасибо. Великолепно. Вам понравился подарок? Замечательно. Что вы пожелаете этим городам? Вот так. Желаю, чтобы на следующий год мы с вами еще встретились. И чтобы вы еще много новых хороших песен выучили за этот год, много танцев, сейчас. И через год показали все это дедушке. Корона у него голубая. Не забывайте, что у меня есть волшебный трезубец. Море синее. Вы не понимаете, сейчас голубой цвет в моде, так что все так.